Всем привет! В данном видео мы с вами поговорим о преимуществах оформления дебетовой карты UnionPay в рамках премиального обслуживания Империя в банке «Русский стандарт». Итак, погнали! И по преимуществам. То есть в рамках премиального обслуживания в банке «Русский стандарт» Империя здесь у вас будет одна дебетовая карта, соответственно, Империя Платинум, это дебетовая карта, и к ней, к этому счету, выпускается, соответственно, дополнительная карта, это UnionPay, и таким образом, соответственно, карта Платинум работает в России, а карта UnionPay, она предназначена, в первую очередь, для платы за рубежом. По преимуществам, то есть у вас, соответственно, снятие денежных средств по карте UnionPay за границей без комиссии и без ограничения суммы. И, соответственно, консьерж сервис, неограниченное количество дополнительных карт, программа лояльности 1% кэшбэк. И, соответственно, консьерж сервис, как уже озвучил, то есть, который позволяет по вашему обращению, звонку, чату, соответственно, арендовать, организовать мероприятия, организовать досуг, отдых, то есть все, так скажем, таким образом включено, удобно. И также, соответственно, вот такие у нас преимущества, да, по премиальному обслуживанию в рамках Империи, соответственно, вы получаете одну дебетовую карту Platinum для платы в России и карту дебетовую карту UnionPay от банка «Русский стандарт» для оплаты за границей. И да, еще чуть не забыл, конечно же, страхование. Страхование согласно условиям предусмотрено до 500 тысяч долларов. Вот такой пакет премиальный, интересный, так что вы можете ее оформить в банке «Русский стандарт», и у вас будет премиальное обслуживание, то есть у вас будет и консьерж, и, как уже ранее озвучил, снятие денежных средств по UnionPay за границей, без комиссии, без ограничения, неограниченное количество дополнительных карт, и еще страхование, и программа лояльности 1% по покупкам. Ну, все шикарно. Такой был кратенький обзор, не будем слишком долго углубляться. И самое главное, обслуживание данного пакет, соответственно, то есть получается дебетовая карта Platinum плюс UnionPay дебетовая 15 тысяч рублей в год. Это стоимость обслуживания. Такой краткий обзор. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Обязательно делитесь данным видео. Ставьте лайки. Лайки помогают развитию канала, чтобы ее распространилось. Пишите комментарии, если не знаете, что написать, можете пройтись по клавиатуре, что получилось, то получилось. Всем желаю финансового благополучия, крепкого здоровья, всем успехов и также милых дам поздравляю с праздником 8 марта. Всем удачи, всем пока!